Премьера четырехсерийного сериала «Павлин» или «Треугольник в квадрате» состоится 27 октября 2021 года на канале «Домашний». Кратко о содержании сериала. Преподавателя музыки Людмилу Павликову дети за глаза называют «Павлином», хотя относятся к ней неплохо. Людмиле 36. Она не замужем, живет с мамой. Любимая ученица Людмилы, десятилетняя Катя Одинцова, решает устроить ее личное счастье, выдать замуж за своего отца Виктора, который давно развелся с ее матерью и, по мнению Кати, неустроен и одинок. Однако и Людмила, и Виктор увлечены своими возлюбленными. Людмила – Игорем Фокиным, известным художником, а Виктор – эффектной Анной, хозяйкой салона красоты. Однако на самом деле и Игорь, и Анна преследуют свои цели, используя возлюбленных для своей выгоды. Когда дочь Виктора Катя похищает, именно Люда оказывается рядом с ним и помогает в поисках дочери. Сблизит ли Люду и Виктора поиски Кати? И что на самом деле хочет от Люды Игорь?